В Сланском районе в последние годы стало традицией осенью открывать новые группы в детских садах. Это становится возможным благодаря реализации на Кубани губернаторской программы, участие в которой позволяет муниципалитетам на условиях софинансирования вводить новые места в детских садах. На этой неделе открыли очередную группу в детском саду номер 23 Петровского сельского поселения. 28 октября состоялось торжественное открытие дополнительной группы детского сада номер 23 станицы Петровской. В празднике помимо юных петровчан и их родителей приняли участие почетные гости. Глава Славянского района Роман Синеговский, председатель совета района Григорий Литовко, генеральный подрядчик проекта Андрей Березовский. Мне приятно бывать у вас на празднике. Спасибо за то, что вы пригласили к вам на праздник. А я считаю, что действительно праздник, потому что открылась новая группа. И поверьте, мы радуемся в районе маленьким победам своим, потому что я понимаю, что 20 мест, может быть, это небольшой объем строительно-монтажных работ, но все равно это приятно, потому что в станице Петровской у 20 малышей появился второй дом. Вместе с новой группой ребята получили и новую прогулочную веранду. Благодаря введению новой группы в станице Петровской ликвидирована очередь в детские сады среди детей старше 3 лет. Общая стоимость проекта составила 4 400 000 рублей. Это средства из краевого и местного бюджетов. У нас сегодня, конечно, замечательный день. Открытие новой группы, долгожданной группы. Группа современная, очень уютная, комфортная. Мы примем туда 20 детей. Ну, конечно, желающих уже больше 20. Группа не только она современная, она по всем санпинам, соответственно, построена. И плюс еще в соответствии с ФГОС, это федеральный государственный стандарт. После открытия родители вместе с детьми прошлись по новому зданию и осмотрели комнаты. Для дошколят здесь созданы все условия, чтобы они могли получить дошкольное образование, развиваться и проводить время с комфортом. Мы долго ждали этот день, конечно. Вот. Очень рады. Дети очень рады. И дети еле дождались этот день. Конечно, все это волнительно. Вот этот преддверие вот этого всего. Большое спасибо всем, кто помог осуществиться нашей мечте. Большое спасибо всем главам нашего района, нашего поселения за то, что проделали такой большой труд, открыли для нашей Петровской огромную группу, красивую, светлую. И еще 20 ребятишек придут в наш сад и будут радовать нашу станицу. Благодаря открытию новых детсадов, вводу дополнительных групп в уже имеющихся дошкольных учреждениях проблема нехватки мест в садиках постепенно решается. В Славянском районе это направление является одним из первостепенных в сфере образования и находится под контролем местной власти. Тина Копачевская, Игорь Ванчугов, Константин Монастыренко. Программа «События».